В Чувашском государственном художественном музее открылась выставка «Любовь и боль. Моя Россия». Она посвящена 85-летию народного художника Чувашии, заслуженного художника России Николая Карачарского. Выставка открылась в день рождения художника, 14 февраля. Николай Карачарсков родился в деревне Шадриха Порецкого района. Окончил Чебоксарское художественное училище. Его творчество охватывает все жанры живописи, но тяготеет мастер к реализму. Николай Прокофьевич считает, что искусство принадлежит народу и должно быть понятно простым людям. В экспозиции «Любовь и боль. Моя Россия» 400 полотен. Портрет легендарной балерины, уроженки Чувашии Надежды Павловой – одна из последних работ. Надя Павлова, великая балерина мира, она весь мир восхитила, удивила настолько. Полсотни лет прошло в Чувашии ни одного ее портрета. Не знаю нигде. Вот вынужден был, вот написал я этот портрет. Вот последняя моя работа. Ее очень, очень непросто, неисусный чин. Вот для зрителей это непросто, эта штука. Я к столетию Октябрьской революции написал эту работу. Николай Карачарсков известен не только как мастер кисти, но и как общественный деятель. По его инициативе во многих селах Чувашии появились народные картинные галереи. А с 1990 года по 1994 Николай Прокофьевич был депутатом Верховного Совета Чувашской ССР и принимал участие в утверждении герба и флага республики. Все население Чувашской республики сегодня присоединяется к поздравлениям и желает ему здоровья и дальнейших творческих успехов. Сейчас Николай Прокофьевич продолжает создавать картины и восстанавливает родную деревню Шадриху. Он завершил строительство часовни-памятника в честь павших на войне односельчан и возродил сгоревший в пожаре дом творчества Карачарсковых с картинной галереей. Татьяна Трофимова, Юлия Адюкова, Валерий Резюков. Республика.